Всем привет! Я Виктор Катющик, представляю проект «Научный трибунал». Мы снимаем фильмы по самым важным для человека темам и даем информацию, которую невозможно получить ни из какого другого источника. Совсем ни из какого, только у нас. И огромная благодарность всем вам, кто поддерживает выпуск наших фильмов. Благодаря вашей неоценимой поддержке мы смогли снять серию «Апгрейд мозга», очень полезные фильмы по логике, гигиене мышления и научному методу. И это оказалось действительно важно. А сейчас нужно сделать еще одно доброе дело. Спасти из интеллектуального плена очень много хороших людей. Спасти физиков, сторонников эфира. Для чего это нужно? Тысячи ученых и просто люди, интересующиеся физикой, постоянно из года в год рубятся на тему, есть эфир или нет. Копий на эту тему сломано множество. Научное братье разделилось на два непримиримых лагеря, и они воюют каждый день друг с другом. И на все это смотрят толпы студентов и ждут, чем это кончится. Представьте, сколько времени тратится этими людьми впустую. И надо как-то освободить этих людей. И вопрос действительно важен. На этом держится вся наука физика. Для мыслящего, интересующегося физикой человека принципиально важно знать, понимать, за счет чего передается воздействие между телами во Вселенной. Передаются ли они какими-нибудь маленькими частичками, эфиринками или нет? Заполнен ли ими космос? И нигде, ни в одном из источников нет простых и ясных ответов на эти вопросы. Нельзя просто открыть книгу и все доходчиво об этом прочитать. А это нехорошо. И надо это поправить. А для этого требуется снять фильм, где все это будет подробно разложено по полочкам. И давайте этот фильм снимать. Подключайтесь, сделаем важное и очень полезное дело, и никто уже не сможет это развидеть. А чтобы нас было больше, разнесите, пожалуйста, этот ролик по интернету. И мы сможем. Мы снимем действительно полезный фильм. Мир на чуточку изменится. Подключайтесь!